Добрый день, дорогие друзья, с вами Некрос, и сегодня мы будем пробовать онлайновые сетевые бои. Посмотрим вообще, много ли сейчас играют людей. Посмотрел я турниры, посмотрел я кучу всяких гайдов, но, как я понял, гайды пререлизные, они отличаются от тех, которые сейчас, тем, что гайдов на текущую версию просто нет, по-моему. То есть мне такое ощущение, что из русскоязычных я единственный сейчас что-то буду снимать по Soul Calibur. Хотя, может, не только я. Но я не видел, я вот гайды смотрю на ютубе, нет. Не вижу, только пререлизные, старые, а это уже все по фикшн, там какие-то уроны невероятные. Давай смотреть, давай пробовать. Оу. Я чувствую, будет жестко. О. Ух ты, слушайте, да. Тяжко, тяжко. О, давай-ка попробуем это. А, это камень, ножницы, бумага, да? Слушайте, они уже, они новички, они уже захваты рвут. Вы понимаете, какая жесть? Они уже захваты рвут. А что дальше будет? Да, я... Сейчас надо как-то это... По ногам. Но вот ноги, ноги, я так понимаю, что новички... Это вот, это как бы не на, на новичка не очень похоже, то есть что-то умеет. Я говорю, рвет захват. А что с музыкой, кстати? А почему так рвет захват-то жестко? Ты чё? То есть, я вот, знаете, чего не понимаю? А, я, кажется, понял, почему захваты так рвутся легко. Похоже, что чтобы захват разорвать, надо... Да, еще заметьте, броня слетает. Броня слетает, реально. Всякий путь начинается с первого шага. Хорошая фраза, на самом деле. Так, новый противник найден, друзья. Это Рафаэль. И это уже персонаж, созданный игроком. Но тут, смотрите, пишется сначала Рафаэль, потом имя созданного персонажа, а потом пишется ник. То есть я знаю, что это Рафаэль. То есть что от него ждать? Ну что же, начнем согласно плану. Я принимаю этот вызов. Все ставят демонический голос, да? Ну, конечно. Конечно. Файтово. Так, надо, 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 ну, вот это вот научиться делать. Что это такое? Ага, ага. Ну-ка, давай мы сейчас попробуем с ноги тебе врезать. Ой, это и нет, хотел сделать.
Ну, тут немножко подлагивать чуть-чуть. Ну, тут так. Опа. Ну, вот это тоже поддается захватам немножко. Можно еще, знаете, как сделать? Ой-ой-ой. Да, тут же еще есть система проклятия. Я же могу время останавливать. А, да ладно, ему сбило? О, это очень больной захват при усилении. Посмотрите, сколько он урон наносит, это жесть. Я как-то пытаюсь по-умному сделать. Получается, что я на все кнопки жму. Жесть, конечно. А система проклятий в чем? Вот видите вот эту сферу фиолетовую? А, в общем, с помощью этих сфер можно, с помощью определенных комбинаций за счет сфер можно останавливать время. Надо, ну, желательно как? Смотрите, чем больше сфер, 1, 2, 3, да, сферы на противнике, тем дольше будет время остановлено. Очень напоминает хиты из Dragon Ball. Очень напоминает. Он реально останавливает время на долю секунды, и за счет этого, ну, получает плюс, настолько, допустим, настолько ощутимый плюс, что он может атаковать настолько быстро, что это засчитывается в комбо. Так, кого-то нашли. Вообще, фишка за Соломеля в чем? А, я уже справа буду, да? Фишка в... Ой, Айви, это... Это очень сильно. Это очень сильный персонаж. Смотрите, за Соломель проклинает, останавливает время, поглощая сферы, притягивает к себе, выводя, по сути, на плюс. Ну и... Ну, он медленный зато считается. Вот такие фишечки у него. И он очень хорош в рингаутах. Да, вот видите, что. Вот это как раз таки в захватах не очень. Да, а у меня очень размашистый этот. Это анблок и был, между прочим. Его заблокировать нельзя. Еще у The Соломель очень хорошие... А это не работает? Вот. Давай. Это камень-ножницы-бумага уже получается. Кто угадает, тот и молодец. For eternity. Вот, кстати. Вот я бы мог ее сейчас через себя перебросить, если бы захват сделал. Вперед захват и двойка. Почему-то не сработало, странно. Вот видите, она... От этого удара невозможно, да, никак? Именно уйти. Ух ты! А, это суперка. Но я тоже такие вещи умею делать. Остановка времени. Я говорю, вот это прям хит. Это хит. Take you. Теперь пусть ко мне подойдет. Ой. Это низ? Все, она
Она погибла. Время остановилось. Тут прям полная остановка времени. А вообще-то я ее даже не проклинаю. То есть мне немножечко некогда. У меня еще мышечная память не заполнилась приемами. А проклинать надо вот так. Вот так. Если я окажусь рядом с... Ладно, мне даже комментировать это сложно. А, нельзя подходить. О, я-то думал, можно. Нельзя было подходить. У Айви очень хорошая. И главное, по сбоку не обойдешь никак. Я сам хотел сделать. Ну тут что-то я, мне кажется, проиграю. У нее же еще это. Ой-ой-ой. Да. Вот это сложненько будет. Давай хотя бы реванш, что ли? Попробуем. Поехали, кто это будет? Баллер Найтмэр. Это новые персонажи. Ну, то есть, это именно тут люди, в основном, я так понимаю, их придумывают в редакторе. И в ранговых они разрешены, стало быть. Найтмэр опять. Опять он меня будет скидывать, наверное, да? Вот это вот хорошая штука, отбрасывает. Долго передержал. Опять передержал, да? Ну-ка. А, ух ты! А чё, не получилось? А-а-а, там броня. Ого. А чё он такой сильный? Это же Найтмэр. А я сам хочу. Ха-ха-ха. Он тоже это сделал. Да ладно. Он сделал суперку, я тоже ее сделал. И моя перебила, потому что я сделал ее позже. Как было написано. Мощно. Да че же он такой жесткий? Так к нему вообще не подойти. Вообще не подойти никак. Он просто машет мечом и все. Он какой-то очень прям жесткий персонаж. Это мумия какая-то. For eternity.
Да, пришлось им наказать Perfect там просто. Да ты что? Как это... Как против этого играть? Он сам разозлился на меня. А сколько у него? 1212 очков? Да, там чувствую там опыт. Ну давай, ладно, это интересно. Что за атаки? Мне просто против него как-то жутко играть даже. А почему я подняться не могу? А он подпрыгнуть может? Может быть, таким образом его и бить? Вот это больно. Этот захват очень больно бьет. А, он меня сейчас накажет. Давай. Ух ты. Ай, да ладно. Я захват не тот сделал. Это не тот захват. Это захват, который... с продолжением, скажем так. Ну, я сильного чувака побил, нормально. Ну что ж, дорогие друзья, такая вот у нас сегодня тренировочка в ранговых боях. Если вам было интересно, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки. Всем пока.